сейчас с Ильдарчиком будем заниматься посадкой растений. В Ленте сейчас проходит такая акция, плантация называется. При покупке 1200 рублей получаешь в подарок такой наборчик, в который входит вот такой торфяной горшочек, семена в пакетике и такая почва, таблетка, которую нужно пропитывать водой, и у нас получится почва. У нас попались растения горчицы, 2 пакетика. Да, горчица. Что у нас еще есть? Давай посмотрим. Томат. Будем помидорки с тобой выращивать. Томат у нас есть. И еще что у нас есть? Давай ты откроешь. Упал наш торф. И еще у нас есть шпинат. Пусть пока лежит. Вот, я взяла баночку и положила туда таблеточку. И сейчас, давай одну сначала попробуем. Сейчас мы эту таблеточку должны залить теплой водой, 35-40 миллилитров. Ильдарчик будет лить. Нам не всю воду нужно, сынок. Хватит. Давай мы вилочкой. Вот так мешай, чтобы она растворилась, наша земля. Чтобы мы туда растения посадили. О, так интересно. Видишь, получается земля. Давай еще водички нальем. Да. Все, мешай. Вот так нужно делать, чтобы она разваливалась. Угу. Еще здесь есть таблички, на которых мы напишем дату, когда мы посадили. И корни должны сами прорасти через этот горшочек. Когда растение будет высотой 4 сантиметра, этот горшочек нужно посадить в большой горшок. Я. Делай, делай. У тебя хорошо получается. И кака. Это не кака, это песок, земля. Чтобы посадить наш урожай. Мы поставим на окошко и будем наблюдать, как он будет расти. Еще чуть-чуть водички, чтобы наша таблеточка растворилась, чтобы у нас получился хороший песок, земля урожайная, чтобы у нас вырос хороший урожай. Сейчас будешь в горшочек насыпать, хорошо? Давай еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть земли, сынок. Ой, то есть водички. Еще чуть-чуть. Лей. Все. Ты. Вот наша таблетка, видно, как растворилась. И у нас там уже много земли. Будем в горшочек насыпать. Вот в этот. Дай. Да. Нет, эту таблеточку пока не будем. По очереди. Да, я проверю, хорошо у нас растворился песочек, земля. Сейчас мы должны выложить часть земли. Да, ты. Выложим часть и посеем семена. А потом мы будем показывать, когда наши семена прорастут.
Потом эту таблеточку, да. Да. Угу. Водички нальем. Вода. Давай, будем налаживать сюда. Давай. Надо будет чуть-чуть оставить земли, чтобы потом сверху семена наши накрыть, прикрыть землей. Так. Еще чуть-чуть. Все, давай покажем, что у нас получилось. Или еще чуть-чуть земли. Да. Давай еще чуть-чуть. Да. Все. Давай покажем. Вот мы наш горшочек наполнили землей. И чуть-чуть земли оставили. Да. Так, что мы сюда посадим? Давай посадим шпинат. Где наш шпинат? Вот он, пакетик. В этом пакетике много семян. Смотри, сынок, сейчас я буду семена высыпать. Видишь, какие они маленькие зернышки. Бери одно зернышко. Одно. И ложи его. Вот так. Мы должны их равномерно уложить. Они потом дадут всходы. По одному зернышку бери, хорошо? Чтобы оно лучше росло, чтобы им было больше места. По одному. Угу, умница, у тебя хорошо получается. Ой. Ильдарчик садит растения. Потом оно вырастет. Ой. Появятся листочки. Мы будем его поливать. Нет, мы пока эти семена садим, сынок. Да. Другие нам пока не нужны. Другие мы будем сажать в другой горшочек. Все, все зернышки? Да. Вот мы положили наши зернышки. Сейчас я их еще чуть-чуть поправлю, чтобы у них было место, куда расти. Вот наши зернышки. И теперь мы должны их сверху чуть-чуть прикрыть землей. Эльдарчик будет. Давай, держи вилочку. Держи. Выгребай землю. Мы должны с тобой закрыть наши зернышки. Нет, давить не нужно их. Они должны сверху лежать. Чтобы им было не очень далеко расти, чтобы они смогли вылезти из земли. Видишь, вот здесь мы закроем, и здесь закроем. Ну что, мы все закроем? Да, я посмотрю еще. Вот так, остатки, мама. И у нас в итоге с этой таблеточки получился полный горшочек земли. Сейчас мы на этой табличке напишем, когда мы посадили, и засунем ее в горшочек. 13-е, а месяц марта. 13 марта. Дай мама напишет. Марта. Вчера Эльдарчику было 2 годика и 3 месяца. Все. На табличке написано шпинат. Чтобы мы знали, что у нас взошло. Будем сажать другие растения. Ага. Давай. Мы с Эльдарчиком засыпали еще 3 горшочка землей. И уже пора сажать. Мне. Ты будешь сажать? Ой, мне. Это бумажечка. Да. Вот у нас есть помидорки, томат, дубрава. Сейчас мы их будем сажать. Высыпем зернышки, посмотрим, какие семена. Дай, зайка, там еще чуть-чуть осталось.
Ой, как много зернышек, и они очень маленькие. Бери по зернышку, ложи в баночку. И нам еще осталось посадить наши два горшочка, горчицу. Ой, какие интересные у горчицы зернышки. Они маленькие и черненькие. Так много их. Бросай зернышки, потом вырастут красивые желтые цветочки. Вот такая вот у нас с Эльдарчиком получилась плантация из 4 горшочков. У нас будет расти томат, горчица и шпинат. И как только у нас появятся первые всходы, мы снимем видео. Мы их сейчас поставим в светлое, сухое место. И будем следить, чтобы почва не высыхала. Да? Да.